здесь строится зал для спортивной борьбы. Так вот, в ближайшее время, ну где-то может в течение полугода, здесь у нас будет зал для спортивной борьбы построен. Этот проект, так сказать, ведет наш заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Канатбек Бегалиев. И сейчас вот мы у него поинтересуемся, что здесь он задумал сделать. Так, здесь зал у нас будет, да? Да, здесь для борцов зал, раздевалка. Планируем весной открыть зал. Вот здесь будет душевая и тренерская. Удобство делает, со всеми удобствами. Смотрите, кстати, байки, что тут очень удобно тут для боков. Вот здесь, видите, дверь. Угу. Можем, ну, откроем мы здесь дверь. И с балкона можно спуститься вниз и там поиграть в футбол или регби. Угу. Это для борцов очень удобно будет. Ну да, когда в одном месте, да, и игровая площадка, да, и ковры. Заходит с раздевалки сюда, побегает, потренируется и сразу на ковер. Планируем три ковра. Ковры заказали, олимпийские ковры. Тут много места, тут, по-моему, больше поместится. Можно 5-6 ковров, но для ОФП тоже мы оставили местечко. Там... А вот тут... Рамиль Беков есть такой спонсор. Угу. Сейчас на данный момент хочет вот сюда LED-экран. LED-экран, это можно посмотреть соперников и так далее. Тренажер тоже будет, да, где-то? Тренажер обязательно, без этого, без ОФП никак. Очень большой, да, зал, большое помещение. До сюда вот три ковра будет, Тахирбайка. Вот я показал. Три ковра до сюда и отсюда. Хотим сделать зал ОФП для подкачки. Штанги необходимые. Инвентарь купим. Здесь еще место сколько? Да, там кафешка будет, можно покушать. Угу. Планируем. А вот отсюда можно спуститься в баню, в сауну. Угу. Видите, тут есть лестница. В баню можно спуститься. А вот здесь, да? Да. А тут стену хотим сделать, тут такой маленький музей. Угу. То есть получается, все в одном месте будет. Да. Ковры, игровая площадка, да, тренажеры, сауна, сауна, буфет. Буфет, да. И там медпункт, там, не знаю, для массажа или не знаю, для капельницы тоже откроем. Угу. И магазинчик там. Ну, для борцов что необходимо, там трико, борцовки и так далее. Угу. Все. Удачи. Спасибо. Чтобы быстрее это все открылось. Спасибо, Тахибаки. Действительно, тут территория, ну, какая большая. Рядом стадион, это локация тоже очень удобная здесь. Можно выйти там. Пробежаться, да, побегать. Да. Кроссы можно побегать. Удачи, Канат. Спасибо.